Доброе утро, 14 августа, прекрасная погодка, Заячий Ремис, Садовая улица, выходим к Луговому парку Петергофа. Заячьего Ремиза. Переходит парк. Никольский пруд. Берега обложены диким камнем. Это недавно сделано. Чистая водичка. Уточки плавают. Хорошо. Вышли малыши на дорожку. Луговой парк. Кучевые облака. Обещают сегодня дождик. Возможно, может быть. Может быть, и гроза будет. А завтра снова хорошая погодка. И, может быть, пойдем в Александрию. Старая ива на берегу. Под ее раскидистыми ветвями в тенечке любят останавливаться люди. Никольский пруд. Замечательно. Камушки, мостик,
Крякают уточки, островочки, дубочки, ивы, луговой парк. Загорают, купаются немногочисленные люди. Девушка плывет на сабе. Воздух насыщенный ароматами трав, воды. Но присутствует некая влажность. Вполне возможно, будет гроза. Раскидистый дуб. Идем к руине розового павильона. На том берегу детишки развели костерок. Здесь это позволительно. Пока. Люди любят устраивать пикнички, шашлычки. Людей немного. Бегают собачки. Дубки. 19 века. Посажены в 19 веке, когда разбивался парк. Палаточка. Розовый павильон. Поднимемся
аппаратный, лестница. И зайдем в зал. С оставшейся лепниной на стенах, местом камина. А вот здесь возлежала спящая Венера. От нее через окна открывался вид на скульптурную композицию Нил. Облицовочка под камень, такая розовая. Канал, ведущий к царской мельнице. Журчит водопадик. Корни кленов, камни. Красиво. И от воды идет приятная свежесть. Уточка любопытствует. Прозрачная водичка, летают стрекозы. Плавают рыбки. Приблизим.
порхает бабочка. Красота. Красиво. Камушки, дороги. Можно посидеть. Хорошо сидеть в тенечке у пруда. Наслаждаться красивыми видами. И раскидистый дуб, склонившийся над водой. Уточки. Пьедестал от скульптурной композиции Нил, исчезнувший в войну. Руина розового павильона. Мощный старый дуб. Выходим
на старую липовую аллею. Иван Петрович, воспоминания которого мы читали и перечитываем, писал об этих липах, как много повидавших и перешептывающихся между собой. Самсоневский канал с фонтанными трубами. И по старой липовой аллее мы идем из лугового парка к Иланийскому. Фонтанные трубы на дне Самсоневского канала. Вышли из лугового парка местечко Озерки на Озерковую улицу Петергофа. К Иланийскому парку. Эрлеровский бульвар в честь садового мастера Эйлера. И Иланийский парк. Липовая аллейка тенистая между Самсоневским и Ольгинскими каналами выводит нас к Ольгинскому пруду.
каскадик, водопадик, водичка струится, бежит, торопится на фонтан. Скоро пойдем еще на фонтаны. Плавают уточки, что-то ищут в воде. Выходим к Ольгинскому пруду. Много уток в Петергофе. Ольгин пруд. И Ольгин павильон на острове. Который я еще помню, руины. Ну, и отреставрировали сравнительно недавно. Дом Трувеллера в башенке. Ольгин остров, собор Петра и Павла. Собираются облачка. Идем к Мышкину дому.
Вот он, вот он, Мышкин дом. Мышка у домика нас встречает. Вот как замечательно. Это ясень. Чёртова горка. Старая липа со следом страшной грозы, со следом молнии. Страшной грозы 1934 года, о которой мы читали в воспоминаниях Ивана Петровича. Недавно не шторм отломил от липы ветвь. Большая липа, наверное, 300-летняя, не меньше. Вот ствола, как у могучего дуба. Со следом молнии. Улькин и Царицын павильоны, чертова горочка, на которой в 19 веке стояла скульптура нимфы с сатиром. Набережная Ольгина пруда. Острова, на которых недавно мы были.
Царицын павильон в помпейском стиле. Замечательно. Рыбачок ловит рыбку. Заячий остров или кроличий, заячий, наверное. Красота. Старая раскидистая ива. Дом Гейрота. Собор Петра и Павла. Отражающийся в глади пруда. Замечательно. Вот такая сегодня небольшая прогулочка. Подписываемся. Кто еще не подписался, не забываем поставить пальчик вверх для улучшения статистики. С удовольствием отвечаю на вопросы. Радуюсь комментариям. Утятки подросшие. И пока, пока. До новых встреч, друзья.
там ходят. Фонтан. Всем привет! А мы... Лечатся детки. Фонтанчик. Скоро заиграет музыка. Санкт-Петербургский проспект. А потом вот эти шапки, как они должны были вышли, мы изначально так были. Не знаю, куда.